Всем привет и добро пожаловать в подвал ужасов мистера Хайрекса. Перед вами четвертый выпуск, и он будет посвящен новинкам ужасов и мистики, которые должны выйти в этом году. А также я поведаю вам о фильмах, которые в скором времени войдут в стадию производства. В декабре этого года на экраны выходит фантастический фильм с элементами ужасов под названием «Обскура». По синопсису, специальное тактическое подразделение из ЦРУ, находясь на задании где-то недалеко от Мексики, случайно натыкается на разборку между наркоторговцами и байкерами. Но в итоге трем сторонам придется объединить свои силы для дальнейшего выживания, ведь за ними начинает вести охоту некое существо, и явно инопланетного происхождения. Вооруженные до зубов, здоровые и суровые мужики теперь вынуждены направить свои пушки в сторону некого опасного существа из космоса или, возможно, из секретной лаборатории. Основным режиссером фильма выступит некий Джерри Де Анджело. Он же исполнит в фильме одну из ролей. В этом ему также помогут Джо Уайт и Томас Хеннесли. Все эти три персонажа никогда ранее не снимали фильмы, так что для них это будет общий дебют в качестве постановщиков. Боевое крещение, так сказать. Бюджет фильма пока не раскрывается, но, судя по всему, он будет весьма небольшим, не более 1 миллиона долларов. По трейлеру пока сложно определить качество предстоящего кинопроекта. На первый взгляд фильм снят вполне сносно, на более-менее профессиональное оборудование. Возможно, что перед нами некий конкурент «Хищника» и «Чужого», только на минималках. От оригинального «Хищника» тут можно углядеть сюжетную линию, когда целый военный правительственный отряд в содружестве с байкерами противостоит инопланетному существу, которое устраивает на них кровавую охоту. А «Чужого» — вероятно, логово существа, а также какие-то яйца, в которых находятся эмбрионы. Фильм ужасов с элементами мистики и триллера под названием «Врата» выйдет в прокат в этом году. К сожалению, точной даты пока нет. По синопсису, серийный убийца по имени Уильям Колкотт был приговорен к смертельной казни на электрическом стуле. Но в свои последние часы, пропуская разряды тока через свое тело и испытывая адскую боль, он произносит какие-то страшные заклинания и проклинает всех, кто находится на казни, и даже тех, кто просто имеет отношение к этому милому заведению – работники, заключенные. Действие фильма происходит в Лондоне в конце 19 века, где-то в 1890 году. Основные съемки фильма проходили в Ирландии, а бюджет картины насчитывает порядка 3 миллионов евро. Роль маньяка исполнит Ричард Брейк, актер с очень подходящей для таких ролей внешностью. Вы могли видеть Ричарда в таких кинофильмах, как «Бэтмен. Начало», экранизация видеоигры «Doom», в которой также снялись Скала Джонсон и Карл Урбан. Один из последних его фильмов был прошлогодний ужастик «Варвар». Пока что на этапе трейлера фильм меня заинтриговал. Выглядит жутковато и мрачно. И у меня есть предположение, что кино будет как минимум неплохое. Учитывая, что «Врата» — это не стопроцентный ужастик, а некое переплетение жанров, то мы можем получить достаточно интересный фильм. Режиссер Дэнни Бойл объявил о том, что он собирается снимать фильм 28 месяцев спустя. Если кинопроект дойдет до съемочного процесса, то мы получим полноценный триквел. В 2002 году Бойл выпустил фильм ужасов 28 дней спустя про эпидемию зомби-вируса. В 2007 году вышел сиквел под названием 28 недель спустя, но постановщиком выступил Хуан Карлос Фреснадильо. При этом второй фильм не ударил в грязь лицом и получился таким же интересным и тревожным. И вот Дэнни Бойл решает вернуть себе франшизу, объявив о планах на съемки триквела. На данный момент в актерском составе значится только Киллиан Мёрфи. Он же был главным героем первого фильма. Зомби, показанные в этой франшизе, отличаются от всех других представителей этого класса нежити скоростью, невероятной жестокостью и небольшими зачатками разума, что делает их более опасными.
Если фильм все-таки снимут, то я буду очень рад на него взглянуть. Мастер ужасов Джон Карпентер обмолвился о том, что он готов снять продолжение своего классического ужастика 80-х «Нечто». Напомню, что в 2011 году выходил приквел, но тот фильм снимал другой постановщик. В свою очередь, Карпентер уже давно сменил режиссерское кресло на продюсерское, и эта перемена его вполне устраивает. Его последним кинопроектом в качестве режиссера был фильм ужасов «Палата», который выходил в 2010 году. Карпентер не раз говорил, что фанаты очень ждут продолжения «Нечто». И режиссер в очередной раз подтвердил, что история, рассказанная в оригинальном фильме 82-го, не завершена, и у него есть готовый сценарий для продолжения. Фактически, этим заявлением он подтвердил, что Макриди и Чайлз остались в живых и смогли пережить суровую снежную бурю. Будет ли Карпентер сам снимать продолжение или передаст эту идею другому режиссеру, пока неизвестно. Но то, что об этом заговорил сам создатель, то это уже хороший знак. Возможно, что новый фильм как-то будет связан с комиксами, которые рассказывают о том, что же произошло дальше после жутких событий на полярной станции. Но это маловероятно. Сомневаюсь, что Карпентер хоть как-то делился своими идеями с издательством Dark Horse. Что же, будем ждать новостей. На этом подвал ужасов закрывается. Всем пока и до встречи на канале Hyrex.